изготавливали туристические, ну и такие для развлечений, там, для проката. Думали о том, чем мы можем помочь армии. Ну, так как занимаемся баги, то решили, что это вещь, которая будет полезна в войсках. И к нам обратились люди и предложили сделать баги для военных. Ну, мы согласились, и так вот началось наше это производство военных баги. Потом оказалось, что наш товарищ один служит в разведке, и когда он узнал, что мы для военных баги сделали, он попросил сделать для него. Ну, вот, сделали для него. Она на бездорожье быстрее джипа ездит, и она меньше, ниже и не такая заметная, как джип. Поэтому для быстрого реагирования какого-то, я думаю, что она может быть очень полезна. Это машина баги для разведподразделений. Очень проходимая, очень маневренная. То есть ее маневренные функции не сравнятся ни с одним внедорожником. На ней очень хорошо выполнять разведзадания. Она тихая, скоростная, очень живая. И так же само, в случае чего, на ней можно очень быстро уйти. Но я думаю, что она вполне будет справляться с теми функциями, для которых она предназначена. Если нужда и возможности будут, ну, разрабатывать будем новые и делать еще. Если будет финансирование и потребность в этом и заказы, то будем делать. Хотелось бы, конечно, чтобы поскорее мир наступил, и чтобы эти баги не понадобились в качестве военных, а чтобы они были именно для развлечений и для туризма, как они изначально и предназначались. Ну, пока идет война, значит, будут в армии служить.